Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневные обновления. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. Десятилетний мальчик получил травмы в ДТП на улице Чапаева. Там его сбил предприниматель за рулем «Форда Фокус». Подробности в рубрике «Обзор аварий». По данным ГИБДД, авария произошла 27 апреля в 12:40 во дворе дома номер 13 по улице Чапаева. 33-летний водитель «Форда Фокус» слишком поздно заметил 10-летнего мальчика и сбил его. Водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. В результате происшествия 10-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. В Ганино на улице Центральной 29-летний водитель ВАЗа 14-й модели также сбил несовершеннолетнего пешехода. 11-летняя девочка выбежала на дорогу в неположенном месте. После наезда медики оказали пострадавшей помощь. На улице Верхосунской водитель Нивы поворачивал направо, при этом мужчина отвлекся от управления и врезался в стоящий автомобиль Subaru Forester. Машины получили повреждения, пострадавших нет. На улице Трактовой произошло ДТП по аналогичной схеме. Водитель Hyundai поздно заметил стоящий впереди ВАЗ 15-й модели, и автомобили столкнулись. Экстренное торможение водителю иномарки не помогло. На Октябрьском проспекте женщина-водитель Great Wall при повороте налево задела Хонду. Автомобили получили небольшие повреждения. Во дворе дома номер 7А по улице Воровского женщина-водитель Hyundai Solaris ехала задним ходом и уперлась в деревянную тумбу. После удара на бампере авто образовалась дыра. Выписывать штраф автоледи инспекторы не стали. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.